Здравствуйте, рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас небольшой обзор без характеристик технических. Случайно наткнулся в США на машинку в интернет-магазине. Называется она, угадайте как, по картинке. Не угадайте, все они одинаковые внешне, но это Magic Clip Disruptor Edition. Есть у них группа такая, Disruptor, аффилированная с Wall, они там дают свои концерты, часть группы этой работает непосредственно на Wall, и вот они в честь какого-то там совместного тура, промо, выпустили такую машинку ограниченным тиражом, которая по сути является по начинке обычным Magic Clip, но немножко отличается по дизайну и по комплектации. Если увидите такую машинку, можете смело брать. Будет стричь не хуже и не лучше, чем обычный Magic Clip. Коробка в своем немножко дизайне. Упаковка стандартная для США. Сдвигаем здесь такая вот коробочка. Ее, в принципе, уже раньше видели на сеньорах, которые мы привозили из США. Машинка, обратите внимание, крышка белая. В США не продается Wall Super Taper официально, да, поэтому вот такая белая крышка для них необычность. И налепили сюда этикеточку этого самого дисруптора. Но она сотрется, останется просто белая крышка, как у Super Taper. Поэтому эта красота скоро кончится. Но зато останется вот эта вот красота. Это синие рычаги. Да, это все в едином дизайне. Комплектация, зарядное устройство. На сайте было написано, машинка комплектуется 8 обычными непремиальными насадками. Заказал ее просто позырить, эту машинку. И тут сюрприз такой. В комплекте идут премиальные насадки. Причем их идет не 8, а сколько их идет? Их идет 9 штук. То есть вот здесь вот у нас идут насадки 1, 2, 3, 4, 6, 8 там должны быть внизу. А здесь идут 0,5, 1,5. То есть насадка номер 1, насадка 3 мм здесь встречается целых 2 раза. Вот такой вот нежданчик. Разбирать, смотреть внутри не будем. Я туда, в принципе, заглянул. Обычный Magic Clip внутри. Нож тоже стандартный для беспроводного Magic Clip. Здесь стандартный Fate нож. Здесь верхний нож стандартный для беспроводного Magic Clip, то есть с двойным рядом зубчиков. Длинные и короткие зубчики для более плавной тушевки. Само собой, зарядка уже новая, 5-вольтовая, потому что машинка выпуска 2021 года. Ну вот как-то так, вот и весь обзор. Просто случайно попалась такая машинка. Если вам тоже попадется в США, в России, само собой, ее не будет никогда. Берите. Нормальный вариант, тем более, что стоила она в 1,5 раза дешевле, чем обычный Magic Clip стоит в США. Да еще и с премиальными насадками, а не с обычными. На этом все, вот и весь обзор. А если что, не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, которая называется так же, как наш YouTube-канал. Называется она Енот Постригун. Ну и не забывайте, что все, что мы показываем в обзорах, можно купить в нашем интернет-магазине Енот Постригун. Также мы были в Инстаграме, но сейчас завязываем с этим. Ну и у нас на сайте магазина есть все контакты. Там Телеграм, Ватсап, номер телефона. Пишите, звоните. Будем рады пообщаться. На этом все. Пока-пока.